Глава 10, книга Иова. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей? Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня? Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой? Но и то скрывал ты в сердце своем, знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь, и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне, если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одна за другой ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб. Не малы ли дни мои? Отступи от меня, чтобы я немного ободрился. Прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тени, тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма».